Друзья, привет! Короче, выехали всей компанией на рыбалку, едем в Астрахань. Саня здесь. Саня, ты в порядке? Да, я в порядке. Все, Алексей, Карина. Едем, короче, сама ловить, друзья, сама. Да, сейчас окошко закрою, чтобы лучше было слышно. Едем за трофеем, посмотрим, что поймаем. Самое главное, поймали друг друга, хорошее настроение, и будут вкусные блюда. По-любому поймаем что-нибудь. Конечно, по-другому никак нельзя. Так что... Главное, нет, удочки взяли. Удочки вообще серьезные. Правда, не знаем, как называется, но попробуем расшифровать. Да. Все, не переключайтесь. До скорых встреч, друзья. Судачок. Судачок. Да стой ты. Судачок, Саня. На кукурузу. Стой ты, блин. Так скользкий. Вот такой судак на кукурузу ловится на Волге. Так, Саня, на помощь идет. Сейчас я тебя выручу, братан. Похож на рыбака я? Конечно, видишь, похож. Рыбалка, это... Сейчас я свой ствол достану. Нормальные рыбаки уже в воде должны. Да, да, вон рыбак сидит. Рыба у нас зацепилась, а не можем вытащить. Ну ты че? Да, сейчас Александра позвали, он ее заодно застрелить решил. Сейчас я все сделаю. Знаешь, что у меня есть? Ласты. Ну ты зверь, братан. Видишь, что у меня есть? Видишь? О! Это серьезно. Профессионал пришел. Он сразу с пулемета решил ее взять. Сейчас профи будет решать вопрос. Не мешайте. Сейчас все. Раз мы не смогли вытащить, вызвали профессионала. Сейчас, заряжалка. Сюда. Так. Вызывали профи, все, не мешайте профи. Так, это сюда. Ласты сперва одень, наверное. Не, я все знаю, как надо. Сейчас все будет нормально. Сейчас все будет. Нормально. Алексей, отойди, я сейчас захожу. Чтоб не подстрелил случайно. Отойди, чтобы я тебя не застрелил. Ногу себе не пристрелил. Дорогу! Так, че, где, говоришь? Вон там забуй завела. Да, я ему говорю, просто ее вытащи из забуйка. Он говорит, пока не застрелю, не вытащи. Сначала нужен нож взять. Без ножа в воду нельзя заходить. Видишь, у меня нож специальный. Вот, видишь? Ты давай запиливай быстрее ножик себе к ноге. Сейчас рыба уплывет. Без ножа в воду нельзя. Сейчас. Без ножа в воду нельзя заходить, Мурат. Это золотое правило. Вот он. Все, теперь все. Понял? Да. Снял нож? Конечно, вот же он. Все. Все. Чего говоришь, кого ты поймал? Не знаю кого, но там, если не улетело. Сейчас разберемся. Вы же вызвали профессионала. Давай, не споткнись назад. Все. Когда приходит профессионал, все будет четко. Ты держишь его? Обойди эту веревку, а? Веревку обойди. Шорты специальные, водяные. Майка тоже специальная. Видишь? Че, где там?
За буйком посмотри, нырни. И один говорит, я уже 20 минут тебя жду, другой в маске говорит, мы на отдыхе, куда мы спешим. Саня, ныряй, ну. Сейчас, братан, холодно. Да брат. Какое холодно, плюс 30 с копейками на улице. Лехе дай маску, он уже давно нырнул бы. О, отцепил, красавчик. Бля, достал я ее, братан. Смотри. О, давай, давай, давай. Сейчас я в ластах задом буду идти. За что? Вот зацепилась, да? Да, еле ее там достал. Вон нож у меня, видишь? Леску отрезал я, Мурат. Да я вижу, я вон удочку бросил. Да. Нормальный, да? А, на килограммчик, может, на полтора. Вот, друзья, вот такую мы достали. Рыбину. А. Четко. Четко, четко. Все. Все, Саня, давай в сачок, вечером ужин будет у да. нас. Да. Все, первый пошел. Опа! Туда. Вот так, все. Так. Иди туда, иди, иди, иди туда, иди. Все, есть. Все. Сейчас идем за вторым. Ружье на старте. Поехали. Кариночка, рыбу будешь жареную? Конечно, буду. Сейчас мы ее в казане пожарим вкусненько на костре. Ждем. Красота, да? Да, так успокаивает вода, да? Угу. Ну, показывай, что мы там сегодня накидали. Вот, смотрите. Видишь, какой зверюга, видишь, какой? О. И там судак еще вообще бомбический. Все, жарим, да? Да. Давай. Так, вот это как раз, который я поймал, сазана. Саня его вытащил да. с ружьем. Вот так, видишь? Да. Зверюга, он так помучил нас конкретно. Конкретно, вообще. Блин. Я его так за две жабры и за вот так за рот схватил, вот так, и никуда не денется. Лайфхак, друзья. Два пальца за жабра, а большой в рот. И четко. Все, закидывай. Это сюда. Это такой буфаленок был. Буфаленок, да, это... Вот. Судачок там есть. Вот это вообще зачетный. Кстати, вообще. Он видел, на что я его поймал, Саня? На кукурузу. Все рыбаки здесь удивляются. Бля, он красавчик. Все, закидывай его. Вообще, этот его сыночек маленький. И вот еще буфаляра. Карась. Кстати, смотрите, какой карась шикарный. Вот. Ладошка, вот моя ладошка. Опа. Все, друзья. Так, Саня, что, как сделаем? Пожарим? Я думаю, да, Мурат, чисто классический вариант. Зажарим их. Шикарно, я думаю, будет. Давай. Я специи все подготовил, принес там. Да? А я да. сейчас дочищаю, короче. Жабры, да, удаляешь? Жабры, все эти дела. Самое вкусное, это свежий судачок, знаешь, Саня. А когда ты его своими руками поймал, Мурат... Это вдвойне вкуснее. Самая вкусная рыба в мире. Она. Вот он. Ай, Саня, красавчик. Я хотел рыбку пожарить. Саня говорит, не, Мурат, давай я пожарю. Да, сейчас мы ее зажарим. Очень круто. Да. Вот они, красавцы наши. Вот такой ассорти. Мурат, ты тогда разрежь рыбу, замаринуй, а я накалю дрова, разожгу, там все подготовлю, хорошо? Да, конечно, Саня, вообще без проблем. Сейчас объясню. Все, сейчас все сделаем, да? Да, да.
Саня, ты что, в карасе икру оставил? Да, да, пускай будет, Мурат. Головы тоже почистили, их тоже будем жарить. Мурат, да. Что ты там помыл, да? Да, доску помыл после рыбы. Ага. Сейчас быстро замариную и ты пожаришь, да? Да, я уже всю свою работу подготовил. Все, сейчас 5 минут пропало. Саид, поджигать? Нет, еще рано. Так, соль. Вот такая у меня красивая. Перец горошек. Кстати, друзья, кофемолочки у нас в магазине. И специи тоже. Посмотрите, какие они у нас красивые. Вот так они выглядят. Ссылочка на них под этим видео. Обязательно приправа для рыбки. Острый молотый перец. Я люблю, чтобы было остренько. Так, и масло. Немножечко приправлю. И, конечно, все тщательно перемешаю. Так, все замариновал. Пока Саши нету, скажу по секрету. Сашу подписал, сейчас пожарит. Жарко возле костра. Саня, поджигай. Да, да. Обдадим все стенки нашего саджа маслом, чтобы все у нас было в масле, друзья. Так. Пойдет здесь, Саня? Конечно. Удобно? Отлично. Сейчас запанируем, да, это все? Да. Да. Маслице уже накаляется, я так смотрю, огонь хороший, да? Так ты на доске прям хочешь панировать? Да, мы ж по-брутальному на природе, мужики. Все правильно. Вот так, раз. Все.
сюда. Так, все, я тебе не мешаю, Саня. Давай. Давай. Жарко. Так. И вот так поехали. Раз. Жар аж сюда нормально дает. Ты что думаешь, я тебя подписал жарить? Ах ты хулиган. Четко. Рыба. Та рыба, которую вы поймали своими руками, я не знаю, самая вкусная в мире, наверное, да? 100%. Представляешь, как мы ее тянули, помнишь? Судак особенно как ударил вообще конкретно. Мурат, а с тех 5 судаков, что мы поймали, ты фарш для чего сделал? Люляшки буду делать, Саня. Люля будешь, да, делать? Да, из рыбы люля кебаб приготовлю. Прикинь, люля из судака, да? Да, очень вкусная вещь. Честно говоря, я давно его ел, даже забыл вкус какой. Вот заодно напомню. Вообще, это будет не люля, это будет просто супер какой-то. Вот эту лодку, что мы сегодня взяли, как она тебе, понравилась? Нормальная была? Лодка хорошая, но чуть побольше была бы, было бы замечательно. Мотор слабый был. Мотор слабый, да. Но прав нет уже, поэтому. Так, если прав нету водных, тогда мотор до 9 лошадиных сил. Ну, до 10 лошадиных сил. Да. Мы сегодня на 5 лошадиных силах катались. Но я как начал там дрифтить, короче, Мурат чуть не вылетел с лодки, друзья. Помните? В эту мертвую петлю я, короче, сегодня сделал. Аж сам не понял, что сделал. Бочком как заехал там в один лиман, короче. Вообще. И мы это включили подо мной М5, асфальт 8. Знаешь, это конечно. Кстати, друзья, кто не знает, это Александр Печи канал. Ссылочку на его канал оставлю прямо под этим видео. Обязательно подписывайтесь. Переходите к нему. Очень много чего интересного. Саня, ты не против? Нет, друзья. Спасибо все. Большое всем, кто перейдет, подпишется и напишет комментарий. А тебе огромное спасибо. Спасибо, вам. Саня. Масло на доске было прям максимально раскаленное. Тогда будет очень сочно. Ты аккуратнее, а то оно загорится. Не-не-не, я уже работал на нем. Я уже 1000 раз так делал. Шикарно. Шикарно. Вот тут тоже боком положи. А сейчас их начну. Не, вот это, вот что на ребе. Да, да, да. Все. Ах, друзья, посмотрите, какую рыбочку Александр пожарил. Саня, что там, вторая партия заходит? Да, как раз получилась у нас вся наша партия на 2 саджа, короче. Раз и два пошел. Кариночка, рыбу любишь? Конечно, кто ее не любит. Молодец. И головы, друзья, вот такие вот. Саня, что там кушать хотим, елки-палки? Все, все, 2 минуты буквально. Последняя партия, последняя сторона. Все. Так, друзья, рыбка готова. Сейчас быстренько накроем стол и встретимся за столом. Не переключайтесь.
Все готово, друзья. Красота, Саня. Супер, да? Гранатовая соль с лучком и уксусом, это супер. Натуральная еда, здоровый образ жизни. Так, ну что, пробуем? Пробуем, мне уже так не терпится. Вот такая красота у нас сегодня. Давайте, не стесняйся тоже, какой кусок на тебя смотрит. Клади и пробуем. Шикарно, друзья. Значит, у нас тут судак и этот. Судак, сазан, карась. И карась, да. Вкусно. Вкусно? На здоровье. Спасибо. Кстати, наш подписчик, друзья. Да. Случайно встретились. Случайно встретились, да. Горячо. Лук. Мурат, с твоей гранатовой солью вот это вообще просто ни с чем не сравнимо. Пробуй все, рыбу, соль, это, гранатовый сыр. Ничего не стесняйся. Ну как тебе рыбка? Отлично. Дождалась? Да. Саня, спасибо. Пожалуйста, спасибо. Мурат. Вань, как тебе рыба, Вань? Рыба бомбическая. Понравилось? Спасибо большое. Да. Да? Мы очень старались, специи с Мурата магазина. Да, специи очень вкусные, они прям дополняют. О, видите, друзья, это не я говорю, а наш подписчик. Не, на самом деле очень вкусно. Ну что, дорогие друзья, по традиции пожелаем вам тост. Правда, у нас сок. День здоровья. Да. Будьте счастливы, уважайте друг друга, цените, а самое главное, выезжайте в красивые места, встречайте хороших людей, общайтесь, отдыхайте, всех денег не заработаете. Поддерживаете? 100%. Да, поддерживаю. Так, вот так. За вас, друзья. Вкусный сок. Да. Ну что, мои хорошие, на этой красивой ноте, конечно же, мы с вами не прощаемся. До скорых встреч. Да. Всем пока-пока.